ты, япончика. Так, Ивара надо на кровь. Так, у нас на талисман безымянного лича есть у кого-то покупатель или нет? Так, Вара на кровь, да? Да, конец у тебя же были. Или кому про... надо? Ладно, Биф, выйдешь. Ты, наверное, продавай вещи, пончик морозит. Он вообще говорил, что у него вроде был. Так. На ТБЛ у кого-то есть покупатель? Нет, еще раз спрашиваю. На что? На ТБЛ. На МТЛ. На что? Что такое? Деворус, никто не пытается, берите. Не знаю, у меня только на катушку и токен на друида есть покупатель. Все, пока. Что за токен? Полевой на... Шаман. Стой, хватит эту совать там что-то. Блять, я думал выключил, извините, сейчас через рацию сделаю. Что это за звуки? Кальян курю. А, я думал, что это все время за звуки? Что-то раздаватель не так сделали, надо писать пример. Это солнце мое, вода там в кальяне шубуршит. Сука, про товаром вы что-нибудь не так сделали, блядь. Чтобы они там 100к давали, блядь. Я сейчас как на ноль нахуй, на этих ДКшников и палок розовых нахуй. Палы так самые унижены, пар. Унижены? Эльмов унизили, блядь. Добавить 8 кнопок на Т5, пар. Вообще расчухались. Ой, а ты смотрю прям много, блядь, многокнопочный прям, не ебаться нахуй. Больше, чем у шамана. Ну, сколько у тебя кнопок? 3? Те, которые прожимаю, больше. Бля, сейчас бы на полов попиздеть, пока лаги нет. Иди в гудок, нахуй. Нам с Т5 столько геморроя выкинули. По ваги из-за плюсов он так много дамажит. Еще нож новый. Так, рыбу ставлю. Опять плюсы у вас. Дайте шкаф. О, молоток 47 кидает, а у меня 30. А чё, правда, что те, у кого 10 брюлей нету, те вообще не люди, типа? Я слышал так в тайм фуджок, в джоках какой-то челик считает. Склоняю. По мне драгон. А чё вы дайте нормальный баф, чё вы дали? Ну да, да, здесь, а то? Обновите каску, кто давал? Каску все дайте нормальную, бомж кулак это дали, и кулак нормальный дает. Все готовы, даёте. Сука. Thank you.
Забираю. Жди-ка, да? Вот специально, когда бурст прожимаю, на меня кидаются блевота. Второй. Это я попросил. Короче, он баганулся, таргет у него меня. Нет, ты просто отойди. Видишь, он будет за ним крутиться. Лоленг бегают такие. Так их так, блять. Раньше орг багался. Че, сразу за обе тогда ему? 24! Не надо говорить тут 25. Кому там кровь? Ник, скажите его, на каком пати? Мама Ларда. Четвертая пати Ларда. Почему я его не вижу? На девятом. Я его не вижу. В этом. Отдать ему не могу. Пробуй лег сам. Возьми его. Ну может квест просто не взят. Спроси, квест взят, нет. Да, линкует есть. Квест линканул. А может просто ты не видишь кровь и все? А, вот теперь вижу. Это типа баф есть? Хуйня какая-то. Отдал я ему кровь. Ну попозже, Делорес, попозже. Пусть гнили хоть. Пал, все цены указаны на сайте. Я на слизня. Где еще все цены раз? На сайте. Там в диск скинули в сайт. А, во флудилке или где, с какой? Да. Ну а где еще? Не, ну просто тут есть список лута, еще всякие разные. Во флудилке. Даю проверку. Все готовы, поехали. Починил трубы для подачи ядовитой слизи. Три, где омоложение? В смысле, на тебе? Не, ты давай это мне тут не преувеличивай. Он слишком старый, чтоб кидать омоложение. Нихуя, я больше чернотанков на него кидаю. Тут же комар хуй носа подточит. У меня все, скриншоты есть. Отличные новости, народ. Я починил трубы для подачи ядовитой слизи. Да как курить не могу нахуй, они тебе нужны, у тебя хп не убавляет. Ну не ресурсы регенят. Ману, силурон. Так у старого Т5-то, по-моему, нет. Это талант, а не Т5. Ободрение.
Не, на твине-то у меня нет теперь, конечно. Это лан. Талан берется. Видишь, начал этот. Кидать, ДПС начал расти. Ой, не пизди, Лёха. Я тебе говорю, он не спадает с тебя. Просто ты кнопки стал нажимать, наверное. Отличные новости, народ. Просто ты мне там наложение мало. Ну, сука, я тебе буду прям вот каждую секунду его кидать. Тут и так хилый, заебись, хилер. Я буду твой личный. Чё за хуйня? Чё у вас за лак из дамаг вообще, блядь? Это чё, нормально, нахуй? Да. Нормально. Не всегда варом тут быть. На слизнях накрутил, блядь. На туре. Он не накрутил. Куляма накрутил. Он свичился, ну. Слушай, ну я в цвет говорю. Энг тут Елема делает по полной. 35 тысяч. 30к вот Энг дал у меня. Ну у него там стрэш тоже, урон посмотреть. А не важно, или какой в пизду по трэш? Таргету стари там ад были мелкие. По таргету да он бы дал меньше. Вы меня не слушаете, вы перебиваете. Я вам еще раз говорю, Элим здесь, а УЕ тоже ебашит. Слизни молнии. Я Энх, и говорю, Энх. Мы об одном и том же. Энг здесь выдал больше, чем Элим. Гораздо. Да, только я не жала. Только я не жала цепуху. На или профа идем, да? Проф, ну конечно, это же добычка. Смотри, а сначала. На профа зажата не раз. У меня цепуха ни разу не прожата. Или там квест был это. Квест же сдать не хотите? Я пошел сдавать. Смотрите. Ты лучаешь, старик? Я ни одной цепухи не нажала. Да, понятное дело. Я тебе просто говорю, что вот, судя даже по мне, он дает на 4к больше вот на этом, чем я. Я вас перебью всех. Бежим квест давать. Способность стихийный взрыв называется. Мне кажется, надо переделать стихийный врыв. Шуманите! Нет, квест же 1.25. Кому надо, сдавайте. Типа, кто уделался по 25 хм, у вас не будет. Идите, бегите, у меня что-то одна зараза, что ли, или что, я не умирал вроде. Что за хуйня-то? Смуту себе был, делал я или нет. Так, для справки, у раздаваки дамага в маленького слезня всего 47 тысяч. Да причем ты что-то не то смотришь, у него лям в трэш, блядь, на этом госте. У него стычек там молнии шпрокают, по идее. У меня малого стычка, это ж 200 тысяч. Вот, смотри. У меня типа малого слезняка, что 200 тысяч. 6%. Ну это потому что они все равно под боссом появляются, так что там в любом случае заденешь. Че вы смотрите, какая разница в кого он дал? В данном боссе он дал 30к, молодец. 36. Да просто не к тому, в кого он дал, он молодец, что люди там обоссались, типа, бля, 35к, пиздец. Старик, разница есть. Конечно, и в принципе бить не надо было. Но фишка в том, что не везде Энх выигрывает. Это я уже давным-давно посмотрел, даже на раздавалке. Че, давай раздавай. Адов здесь бить не нужно было, значит, это было не профитно. Это было накручено. Какого на ада? Какого ада? 47 тысяч у него в маленького слизня. Да, блядь, посмотри, Дон, я тебе еще раз говорю. Ты меня не да, слышишь? У него 1 миллион в трэш, блядь. 1 миллион. Какие 40 тысяч? Да, у него лям, ты че? Ты, блядь, куда-то в окно смотришь, во двор, наверное. Ну-ка, линканите. У меня рекаунт, я не знаю. Ну вот, смотрите. А может я просто далеко был, да? Я же со слизнем стоял далеко. Может у меня не записалось. У него в мелочь дамага, ебанешься. У него 3 ляма в босса, 3-1 лям. А меня почти нет. Да и нет, собственно, я по таргету била. Да, то что 3-1 у меня показывает у него. Не, накрутка ладно, есть. Ну, ладно. Я говорю не про накрутку, а про факт. Накрутка это понятное дело, но бесполезный дамаг просто слизня. Это то же самое, что над Элдарами с Волонаром бить. Он все равно топ-1 по боссу, он все равно. Вот я про это и говорю, он один хуй никак не ебись, он топ-1. Ну раз он топ-1, значит он топ-1.
третьего не дано. Можно печеньку с полки взять, я не знаю. Да я уже все, что можно, посмотрел. Он топ-1, можете не линковать. Пианист, а чё на профа, на токен друида с умонем? Он сова вроде как. Говорят, про товару рейд N хорошо брать. Раздавака, понял, да? Меня слышно? Да. Да, сейчас. Мы тут там запустили. Мы заходим в профу. Этот, вагоны есть какие? Да, есть сова на токен друидовский. Сумоник? А как у них совы? Еще раз скажите, пожалуйста, он в рейде, он уже был мустанг. Все, выгнорил нахуй. Короче, ладно, пускай заходит. С умонем, да, ага. Поставьте тогда шкаф. А, вон он, шестой патик это. Ты будешь брать этого на профа или нет? Возьмем или нет? Ты у кого спрашиваешь? Ну что за 10к там челик хотел ну, пробовать? Ну, я тебе написал, он типа собрал 6500 и 2 зеленых полироли. Говорит, если никого не найдете, буду рад. Ну давай зеленые полироли после рейда разролим там, разыграем. Давай. Ты че гонишь, кидай СГБ нахуй, нахуй они нужны по 100 г? Они самые дешевые, да, считаются? Да. Че так, их ролить надо? Отдам бомжам, че вы паритесь? Ну отдай, блядь, эти ущербам, да, которые не фармят нихуя. Чел, на арене я ему напишу, чтоб ливал. Точнее, уже написал. Ждать его, да? Че-то а ролик чё? Собрался, Лёха, ну ты в натуре, блядь, зелёный полироли ролить. Ты пиздец. Не, ну типа лучше, чем ничего тоже. Да успокойся ты, они 100 г стоят. Че, кому да, надо? Не, ну и зелёный, он же еще голду тоже даст. Пустота но дороже голду стоит. Голду ГГ. Вот этот что ж, 271 шаман. Что-то, короче, ДВ-щики к нам пришли, тут такой, как базар стал, блядь. И все, что есть там, зеленку, синюю. Сейчас мод надо ставить, да все. Так. Бля, я уже мустанга присумонил сюда. Так, а он здесь уже, я присумонил. Тихо, кому проф не нужен? Я. Короче, Моса, выйдешь, послакаешь на профи, а? Мустанг или кого? Мустанг уже тут. Вот этот, Папа Джонс. Все, тогда получается ровно. Так, сразу у него брать, да, всю хуйню? Деньги, полироли. Да, и ну, прикинь, не убьем, ебать. Короче, ты на боссе, вот в этом, в форме не залаз. Да я в курсе. Даю проверку. А он еще не тут. Сташка готов. Чем? Я забрал. Так, ладно, все готовы. Позиционно открываемся. Дает счет. Напоминаю, тут стопы. Топать здесь нужно.
мужика бьем, а не босса. Топните побольше, надо зеленого слить. Dream!
У медведя нет шеемки, ты что, медведи домашек. Народ, осколки для слабаков. Топы дают без осколков ДПС, да? У меня этот сова друид на совет за катушкой тоже. Хорошо, друиду нихуя пока отсюда жить, да? Идем. Ну, совета надо, либо токен. Ему токен так и не упал за два босса. Он ему нужен, да? Ну да, совет ему нужен. И токен нужен, да. Окей, хорошо. Блять, из гладия по КД на тотемы кидаются. Шаманы полезнее про товаров. Все слышали, да? Все слышали. Записывает, записывает, быстрее записывайте еще раз. Записывайте еще раз, да, да, я потом буду это прослушивать. Потом воспроизводить каждый раз. Это контроля 0 нахуй, да? Потому что всех саграми сразу. Там вулканы, видишь, вот эти сполохи появляют. Весь контроль нахуй выбили. Майма, народ, живи. Тактика потом еще. Самое главное, что в рейде шамы есть, да? Топовые. Это вообще. Это шамы топ-класс. Это уже топовые. Вообще не больше нам топ. Вот раздавака, например, топ. Только он LM. Ой, он Enhas, а не LM. Топ шаман. Мне вот интересно их лоб в лоб. Ну, в смысле. В бою, короче, проверить, интересно, Дарфала и раздаваку в одном и том же гире. Вот это было бы интересно. Тямурка, конечно, победит. Это да, я думаю, что... Стал, блядь, и... Я тоже блядь. Так думаю. Ну, может, тебя дизурон застанет, блядь. За то, что ты там это, проверяешь что-то. Триньку. Релог помогает от этой хуйни? Должен, по идее. Контроль тебе. Раз, два, три. Подожди, мана. Жри. Да, я сейчас Эймер дам. Кинулся Эймер. Только не мне. Ебать, а кому? Себе захуярил. Красиво. Хули тоже пригодится. Это как я вчера в Каражане обычки, да, танку Сали удала. Супер. Щитопор.
Бля, что ты долго? Вот, там в бою всегда так. Просто откинул, блять, моб нахуй, и просто перст вместе пихал и не стоит. Да, был такой баг, да. Видал перехват. Дайте ему диван, Таня. Вот, все. Или сумануть можно попробовать. Че, двигается перс, нет? Да сейчас я. Смерть не помогает, а. Мне еще фрезы, блядь. Чё ты сегодня побоишь, когда-то? Разруха, да, там стоит кольца. Че, чё ты поезд там? Разруха, с кольца. Да, Алексей сегодня зарпал, разговаривал. Посади его. Я его вчера в чате, это, увидел. Он опять молчит. Но я не в Дискорде разговаривала. Ну, в Дискорд не пошел, сказал, он скоро уходит, но действительно скоро ушел. А вообще периодически заходил. Если, конечно, очередной раз. Вот он говорит, направо сдаст. И, наверное, в марте будет. Я еще выхожу из мира, такое рело. В марте можем ждать. Короче, пару элх шабат. Босс где трэш, там будет трэш отвать. Ну да, только надо Тимурку там приодеть. У него же даже Т5 вроде нет. А вот этот вар, автомат, какого там? Т-матч, это чей-то твинк или пук? Пук. Даже он у меня, короче, осколками интересует, сколько у тебя только осталось, пишет мне. Наши силы едины! Восстаньте, братья! И на чём он покупает вообще? На лече топ будет по валькам, раздавака. Печеньки плюс всякую хуйню, что... И на первой фазе, где трэша до хрена будет. Можно, короче, чуму диспелить, да, пустоту. Две раздаваки и ширкари убивают себе, да? Соло танк. Чё там, трэш почистили? Да. Сейчас, секунду. Посмотрим, может этот ребут поможет. Может рыбку? Есть кого? Я ж вышел там с мира, да, и захожу, да? Да, вышел. О, рыба пустая. Спасибо. Могла. Раздавака. Тедер Паусер писал, что типа на маунтов потратил 340 тысяч, а их выпустили. И теперь у всех может так, быть. Так, Эл был здесь? Да, здесь, Лех. Заходи тогда. Сманите Эл Брилл. Сманите тогда еще. Какой спек? ДЦ, холик, без разницы. От шкафа слева рыба, иди поешь сразу.
Даю про. Все готовы. Вот ты тогда на Келема, народ, да. На двух. Подождите, смените массу. Все, что ты подтверждаешь. РДД это по кинетике. Тыкните. Как будешь готов, плюсы. Все, поехали. Слышь, Аксанар, был досадным недоразумением. Сила сферы позволит Валанару свершить отмщение. И прольется кровь. Вифа. Может, не надо было сюда приходить вам? А ладно, не начинай. Не приходите, наверное, чисто из-за того, что... Думаете, что я не сдохну, да? Думаете, я сильно крутой игрок? Ты про товар в душе, это главное. Причем топовый. Смотрите, чтобы не сорвался там кек на вас. Еру дайте. Суп, чей сын, иди отсюда. Не трогай мои сферы, блять. Пизда тебе, да? Я его на БГ увижу, блять. Раскатаю. А черви вот эти откуда, блять? Отгадай. Сферы мои хавают. Лёхи на черви тебя положат. Вау. И умрут они в один день. И черви, и про товар, да? Хули. Чё, на саму катушку по-любому лезет. Да что-то словом вообще не прёт нынче. Скажи, брутально смотрите, да, две мишки? Во, еще это возбуждает. Все животные возбуждают.
Мишка не животное, Мишка это нечто большее. Дикое животное. Дикое, вот тем, тем лучше. Вот, блядь, в околах стою. Must dispel, наверное, надо. Подвигайся, уважаемый Рокбоу. Благодарю. Да чё у меня одного сапает? Что, опасно? А пуха нужна эта коммуника, которая выпала? У меня с Гера есть здесь. Да тут просто что-то друид, хер пойми, зачем он пошел, блядь, такой спрашивает, почем пуха, я ему говорю 25, блядь, хуяк заткнуть. Так у него нету таких денег. Ну, блядь, на эту, на катушку и на токен же есть. Ты убираешь еще 25 за пух потом. Так ему катушка уже не упала, может, насобирает где-нибудь. Вот. Да не, может, за двадцатку просто предложить, хер его знает, если совсем никому не нужна. Лучше, чем где-то оттуда. Тут все продает. Так вот Талака говорит, сдерживает все. Знаешь, нормально. Не может полностью. Ну хули, надо мне Т5. 4 куска, как там народ. Шмот подбить немножко. Тогда можно будет не сдерживаться. Сдержу Талаку, дальше. Ты на ДК собери сначала какая. Нет, я соберу потом меньше. Да и вообще, на пула нету. Тут бы две роги бы зашли вообще прям в путь. Какой-то тилрей коника. Напуливали бы, когда меньше. Тебе не надо. Ради. Риб, заходи. Ну а народ есть опять. Танчи, да и вот. Народ тоже. Видал, блядь, какие маневры. Просто, блядь, оббежал круг такой. Дикий зверь. Тут по-любому про товар не хватает. Или кого-то. Рыбку поставлю. С про товар висеть. Не ставь, не трать. Хорошо. Ну да, блядь. Пианист, ты вообще прям заикаешься периодически, каждое слово. Хорошо. Так, это, Делорес, ТБЛ у тебя есть. Дальше, брось. Два. Вообще ничего не понятно. Ничего не понятно, Лёх, повтори. Сейчас нормально слышишь? Нет. Ой-ой, так плохо. Тебе. Сейчас отлично слышно. Он говорит, если 25-ку не дадете в вагоны, короче, поехали. Сейчас нормально? Да. Короче, этот, Долорес окей по поводу прилива, дальше этот, брось, знаю, подумаем ближе. А так, даю проверку. А, суманите гриба. Да, можно пока на друида поменять, я не знаю, он что-то вылетел или вышел. Может, обиделся, что это не катушка не упала. Слышь, монород, давай устроим флешмоб. Просто на счет 3 чарджимся. Босс охуеет, наверное. Бафы дать.
Только ты подойди, чтобы в дистанции был. Дайте отчет. Че там, пулячи, не? Давай, насчет атаку. Это было... А кто там кидает уже? Тыкай, тыкай, тыкай. Убирай игру. Да что ты делаешь, раздавака? Какой пули тебя, я зеркало поймал. Там какой-то бес сначала кастовал, потом раздавака сорвал и сдох. Я видел. У меня нет. Физис, Мальдозавр, Анскил, Джонни Тотем и Фраск. А меня только укусили. Приятно. Чё там, ПВП дракона, убейте Казума. Сука, заебал он фирять, наверное. А, это леди уже. Ладно. Начинаем представление. Конечно, берите дефа. Я тролля укушу, лок. Даже попу укусим, да? Да, вы там лучше разбиваете. Лучики, лучики, снизу лучики, сверху лучики, хули делать? Отведи. Зара,
Из огня выйдите, кто в огне. На медведя втаптывает просто. Сука, не заметил. И что творится, блядь? У нас так-то берса сейчас получается. Кто меня кикнул? Каз прям кикнул туда. Ага, все понятно. Он кил. Здесь зачем было? Я антифир на себя кидал, но у меня не ДЦ. Два каста всего сделал. Пиздец, друид обмудок взял, вышел, как раз токен упал, блядь. Обмудок, блядь, обмудок. Нихуя себе. Слово такое, я первый раз. Это бисовое слово, чувак. Хорош вообще. Обмудок, блядь. Дашь обмен. Так. Бисовое слово. Это как про товар бисовый, классно. Что-то, кстати, вот эти челики, которые превращаются, какие-то плотные. То у них типа как будто рез появляется. Текстуры плотные, да? Ой, нас увеличивается. Увеличивается там много нас. Ладно, на ХП кричит. Однажды мы с тобой сражались плечом к плечу, Крок. Но ты оказался предателем. Иди же, встречай свою вторую смерть. Он встреч просто лол. А Монаруто не уроните, пожалуйста. Да, и ХП. По ним урон какой-то, типа, маленький. А там Т5 не отключается с случаем, когда бьешь. Он народ после треша задлеет уже имя кому-то. Пусть нет, он много уже считает. Гим даю на ману. Спасибо. Там паладины. А там не паладины, там просто отвернуть надо. Ну. Она и встанника стоит, по-моему. А синий лучше просто выйти надо. Две минуты с ребрасом. Вот. 130 где? Принцип.